Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание 18 февраля. Поговорим, что это за день такой Агафьи. Почему сегодня следует помолиться за упокой душ родных и близких людей. И мы с вами проведем одну практику для того, чтобы к вам деньги возвращались обратно в кошелек. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, друзья, сегодня, 18 февраля, православные почитают память священномученицы Агафьи. А вот народное название этого дня – Агафья Коровница или еще по-другому Скотница. И эта святая являлась покровительницей домашнего скота, а именно коров. И также этот день, 18 февраля, считается поминальным. В церкви следует помолиться за упокой душ родных и близких вам людей. Особое внимание уделить тем нужен, кто умер, к сожалению, насильственной смертью. Агафья защитит и успокоит эти души. И тех, друзья, кто на 18 февраля запланировал какие-то большие траты, то в этот день следует провести следующую практику. Эта практика достаточно простая, друзья, но в то же время действенная. Вы под порог или под коврик дома, который нужно положить монету именно из вашего кошелька и произнести следующие слова. Тут сиди, братьев жди, они со мной пройдутся, к тебе вернутся. Эти слова практики нужно будет вам проговорить 3 раза, и далее вы идете по своим делам. После возвращения домой положите копейку обратно в кошелек. Это поможет вернуть все утраченное в краткие сроки. Друзья, вот такой вот у нас день, 18 февраля. Мы надеемся, в вашей жизни все сложится прекрасно. И обязательно в комментариях под этим видео напишите следующую волшебную фразу. В моем мире все процветает отныне и навсегда.